радуйся. Надо. Давай купим. И что ты сделаешь? Куплю. Да нет, не надо. Мама, да ты в Костко? Я. Мы, девочки, приехали в Костко. Мы в Костко приехали. Мы гуляем. Вот сколько всего интересного. Доски разные. Мама поражена очень размером магазина. Очень, да? Удобные вот эти, да. Вот. Но уже после ты будешь рассказывать очень мне после. Нравится белый потолок и лампы. Да, не, потому что вот оно не, оно как сделано ангаром, но такое не видно, что это ангар, да, такой светлый, лампы красивые. И пьет водичку. Она устала, она делала с нами покупки. Вот сколько мы всего купили. Мама устала уже? Не, не устала, просто я думаю, что как-то я хотела еще. Еще походить, посмотреть. Ну, мы с маленьким ребенком, конечно, тяжело. Папа устала, она и подавно. И что так сильно? Что так сильно? Бурлицу куда? Пожалуйста, как ты съездила сегодня в Костко? Очень хорошо, но мало. Мало, 3 часа всего лишь. 3 часа нам не хватило обойти в Костко. Просто, во-первых, выходной день. Куча народу, но мы попали хорошо на стоянку, вот, и, конечно, мы пошли с Габи, потому что она начала плаксивиться, и мы решили ее взять с собой. Ну вот, поэтому, вот, так что мы 3 девочки ходили. А еще, да, 3 девочки, а заправлялись еще сколько стояли? Мы заправлялись, но неважно, маме хотелось еще. Мне хотелось еще. Не, ну Костко обойти за один раз невозможно весь, просто вот в подробностях, чтобы все изучить невозможно. Не, очень приятный магазин, потому что этот ангар, знаешь, как я привык, ангар, значит, он черный, темный. Ящики везде стоят, большое, все много. Очень приятный такой, что он светлый. Что там вверху-то на потолках окна. И окна, и светлые лампы. Поэтому как-то светло воспринимается. Но просто, ну, внутри, конечно, как на большой дороге, на перекресток, едешь с этой тележкой. Кому-то уступаешь, кому не уступаешь. И тележка большая сама. Могут снести. И тележка хорошо ездит. Это тоже очень важно. Не надо ее, знаешь, как закидывать. Она себе хорошо едет, облокотился. И так можно ехать часами, глядеть, зыркать везде, как в музее. Ну, ты сказала, что все что-то подорожало? Ну, нет. Во-первых, давно все подорожало уже в Костко. Но сейчас я прихожу все реже и реже в Костко захожу. И я вижу вот эти вот, как цены меняются. Прям вот то, что на $2-3 разница получается в продуктах. Там еще когда центы меняются, это одно. А когда у тебя идет $2-3 разница, ты ее ощущаешь. Вот. И как бы Костко уже становится, ну, как бы по качеству мяса я, конечно, магазина лучше еще не нашла и по цене такой. Но по другим продуктам, конечно, чувствуется, чувствуется, да? Что уже он, ну, все, конечно, больше и больше теряет свой смысл. Ну, а, конечно, размеры. Эти масла в этих 16 литров. Масло растительное, да, 16 литров. Эти упаковки. Ну, есть поменьше, 5 литров. Эти упаковки этих специй. Эти все, вот это все много булок, так целое, я хотела еще булки же купить. Булок целый, мешки. Я купила булки. Булочки сладенькие хотела, чтобы она приняла. А, не, нормально, мы же купили бананы брать. Смотри, как он там моет машину палкой. Уже, так что еду и кайфую. Дорога такая, какая дорога живая, приятная, интересная. Вот первое вижу уже покраснее, вот уже осеннее. Ой, они так быстро, растение. Я тебе говорю, они за неделю. Еще просто мы вот видели, еще говорю, ни одного даже желтого дерева нету красного. Зелень вся, а вот уже появляется. Ой, такая, ехала бы с Дотей, ехала бы на самый Ниагары. Я бы тоже, мама. Посмотреть так приятно, такая просто дорога интересная. Такой дома, какие-то плазы, какие-то... А что, мы все уже приехали? Уже поворачиваем до дома? Да. Еще бы я туда дальше приехала. Очень классно. Мама бы еще ехала и ехала, а мы уже приехали. Мам, ну расскажи про Костко еще. Ну что, ну, люди, что коляски, Костко? Понятно, продукты. Потолки мы тоже поняли. Потолки, как по продуктам поняли, ты по продуктам увидела? Ну, я только, меня только поразило продукты, упаковки. Меня поразило только упаковки. Что в больших упаковках? И очень большое, ну, и разнообразие, конечно. Мясо. Какое хочешь, крылышки, все, и так красиво все разложено. Рыба, мясо. Ну, рыбу мы бы мало проскочили. Мы вот, не, рыбы там много, просто ты не зашла в тот отдел. Потому что мы с малышкой были, да, мы были с малышкой. И не я маме приказывала уже стоять возле коляски. Тут я должна была стой стоять. Тут, ну, не ходи, и, конечно, не всего дыши. Напробовались, как в этих. Там подошли, там туалетную бумагу.
рубашку нам дали в подарок. Там ну, подарочек там дали, порошочек. Тестеры такие разные. Да, да. То, тут нам дали булочки, тут какие-то варенички, тут какие-то чипсики. Перекусили заодно. Ой, вон они, наши уже вышли мужики. Все, папа так проснулся. Мы уже приехали.